Всем привет! Сегодня записываем видеообзор нашей лодки Ямаран S390 Max X. S-Max. Вот. Вот так вот она выглядит в сумке. Вот. И вторая сумка. Вторая сумка вот такая с пол у нее. Сейчас я технические характеристики вам продиктую, чтобы знать уже. Значит, длина 394, 3 метра 94 сантиметра. Длина кокпита 278, ширина 178 лодки. Так, значит, количество камер 3 плюс 1, грузоподъемность 700 килограмм, пассажирам вместимость 6 человек, максимальная мощность мотора 30 лошадиных сил, вес комплекта 93 килограмма. Так, что еще вам сказать? Характеристики еще у нас. И комплект, что входит в комплект, значит. Банка жесткая, секция жесткого настила, вот он как раз вот в этой сумке. Два весла, сумка для паёл, сумка упаковочная. Так, паспорт и ремкомплект. Вот. Сейчас мы начнем ее делать. Собирать. Потом покажем уже, когда она будет собрана. Накачивать будем вот таким насосом, лягушкой. Вот так вот она, да, он шел в комплекте. Вот так выглядит лодка, когда мы ее вытащили. Две секции баллона, да, то есть если одна секция еще пробьется, нижняя, то нижняя. Сразу не утонет лодка, да? Плюс нижняя еще. Определенный запас. В комплекте один насос. А зачем два? Можно три. Там. Вот сейчас подкачали 4 секции. Вот так вот она выглядит. Ямаран S390 Max. Поставили мы слани, или как они называются, полы так. Состоит он из 6 частей. Нос. 1, 2, 3 и 4, 5, 6, 3 широких. Домик здесь сделать. Домиком, да, складывается. Между 3 и 4. Инструкция неправильная. Домик между 3 и 4, кто будет собирать. Слани алюминий, да? Материал там. Можно будет коврик поставить. Да. Вот в собранном виде. Установили также вот такие вот сидушки. Они не входят в комплект поставки, а покупаются отдельно. На два сиденья алюминиевых. Вот такие мягкие сидушки. Они с сумками. Здесь вот такая сумка. С другой стороны, с другой стороны она открывается. Вот. Сюда можно что-нибудь положить. Вот. Что-нибудь сейчас добавить. Все, вот как в собранном виде. Так, залили сейчас в бензин масло, то есть из расчета, что на 50 литров, 50 литров бензина, литр масла. Мы залили 15 литров бензина, 0,300 грамм масла. А так у нас идет автоматический впрыск масла.
сам двигатель, то есть он сам распределяет. Но для обкатки обязательно такая пропорция. Сейчас будем лодку переносить на воду и ставить мотор, крепить. Так, ну что, вот лодка на воде у нас. Мотор поставили. Все. Готовы к поездке. Ну, в общем, вот такой видеообзор лодки. Все. Сейчас будем обкатывать мотор.